Всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья, и в этом видео мы вместе с вами посмотрим мой заказ по 14 каталогу и не только. И еще остатки моего заказика по 13 каталогу. Если вам интересна такая тема видео, то оставайтесь вместе со мной и приятнейшего вам просмотра. Давайте с вами смотреть уже мой заказ и начнем смотреть заказ новинок этого 14 каталога. И на последней странице представлена вот такая вот новиночка. Это крем для ног с ароматом тыквенный пирог. Стоимость этого крема при заказе любого продукта из этого каталога 99 рублей. Давайте посмотрим. Но дизайн классный. Какой приятный аромат. Очень приятный аромат. Такой вот прозрачный крем. Очень приятный аромат. Мне прям это... Я прям очень удивлена, насколько я не люблю, в принципе, как-то вот тыкву и даже аромат тыквы, но меня прям аромат покорил. Очень такой плотненький, ну как сказать плотный, какой-то такой, знаете, воскообразный крем, я бы так сказала, но кожа становится сразу какой-то шелковистой. Ой, такой аромат приятный. Вы знаете, даже хочется им не только ножки мазать, но я бы так сказала, что, конечно же, и использовать для ручек. Дизайн очень красивый, лимитированная серия, поэтому очень интересное предложение вот в конце каталога. Давайте посмотрим следующую новинку. Следующая новинка этого каталога является вот такой вот красивенький наборчик, 199 рублей. Это у нас набор черничный десерт, крем для лица и тела и крем для душа. 199 рублей. И таких наборчиков у меня три. Вот, понимаете, вот три крема для душа и три крема для лица и тела. Все запечатано. Ну, смотрите, есть защитная такая вот штучка. Давайте откроем. Так. Очень приятный аромат. Рекомендую вам. Так, интересно, как же... Тут никак не посмотреть, как вообще выглядит этот крем. Ой, он такой, знаете, немножечко такой перламутровый. 200 миллилитров. Красиво, смотрите, как в наборе будет смотреться. Очень красиво. Такую красивую какую-нибудь упаковку можно. Ну, то есть уже нужно заранее задумываться о подарках на Новый год. И как раз-таки такое предложение 199 рублей, а для зарегистрированных консультантов стоимость еще дешевле. Поэтому, кто еще не зарегистрирован, не имеет такой возможности, в инфобоксе под этим видео вы найдете ссылочку, по которой вы сможете пройти и покупать уже продукцию со скидкой. Смотрите, здесь у нас экстракт черники, все зафольгировано, значок, я тоже хочу открыть. Как-то ранее в Орифлейме была серия с черникой для лица, но это было очень давно, с ногтями не сильно удобно. Так, вот такой вот крем. Здесь более насыщенный аромат, я бы так сказала, чем вот в этом креме, чем в креме для душа. Здесь, может быть, пахнет. Очень приятный аромат. Я такие крема использую для области там декольте, для тела. Ну, такой аромат, знаете, холодной зимой, мне кажется, будет прям очень-очень классно раскрываться и будет поднимать, самое главное, настроение. Это очень немаловажно. Следующая новинка, и это новинка в ограниченном выпуске. Линейка Royal Velvet. Вот так вот расширилась. И это у нас интенсивный разглаживающий крем, бальзам для лица 3 в 1. Королевский бархат. Ну, написано 40+, для всех типов кожи, для сухой особенно подходящий. И этот продукт можно использовать как каждое утро, как легкий дневной крем. Это первое применение. Второе применение – это наносить его как базу под макияж для выравнивания тона. Ну, в общем-то, не тона, а структуры кожи. И 2-3 раза в неделю использовать как маску на 10-15 минут. Конечно, объем здесь небольшой, 30 миллилитров. Содержит эликсир черного ириса. Укрепляет структуру и каркас кожи. 879 рублей.
Давайте посмотрим, как это у нас выглядит. Инструкция внутри лежит. И сам кремушек вот такой вот небольшой. Нужно протестировать, посмотреть. Я хочу использовать этот продукт как маску для лица. Протестирую, расскажу вам с витамином С. Смотрите, для кожи витамин С очень-очень нужен, поэтому может быть небольшой такой объем. Не знаю, потому что витамин С вообще в больших объемах не хранится. И компания, какие только выпускала крема с витамином С, они все были не больше объема 30 мл от Oriflame. Буду, в общем-то, тестировать. Следующее, что есть из средств по уходу за лицом, есть вот у меня вот такая вот сыворотка тут в заказе. Это у нас сыворотка для лица против морщин из линейки Novage Экологен. Такой пользуюсь, в общем-то, периодически, постоянно меняю всякие разные сыворотки и считаю, что от сывороток самый максимальный результат, который получает ваша кожа. Далее продукты по уходу за лицом. И вот у меня тут две вот такие вот мицеллярные воды из линейки Optimals. В общем, мицеллярка нужна, и тоже на нее было интересное предложение. И по более выгодной цене можно было эту мицеллярку взять. Далее, что еще тут? Интересное предложение в каталоге было: покупаешь краску для волос, шампунь, один из трех можешь выбрать на выбор в подарок. То есть вот краска в оттенке моем любимом 5.25. Вот такой цвет, кстати, это прям свежие окрашенные волосы получается. Вот такой цвет 5.25, потом он смывается и немножко становится таким более темным. И я выбрала шампунь для тонких волос. Ну, в общем-то, получается, что, в принципе, акция такая: краска стоит в каталоге 499 рублей, для зарегистрированных дешевле. Если вот уже делишь на 2, получается, ну, цена продукта каждого, ну, очень довольно-таки доступная, и поэтому почему бы и нет. Следующее, что у меня в заказе, вот такие вот две зубные пасты заказала для семьи. Вот такие вот две зубные пасты, потому что это прям расходники такие. Заказала на смену, были со скидочкой, вот такого оттенка зубные щетки заказала их, чтобы тоже поменять. В очередной раз скажу вам, покупаю вот этот шариковый дезодорант, хотя я вообще не особо люблю шариковые дезодоранты, но вот этот мне очень полюбился, был со скидочкой. Таким сейчас пользуюсь, и вот взяла про запас, пока со скидкой, 72 часа экстремальной защиты. Ну, мне очень понравилось. И еще новиночка. Новинка в аксессуарах. Мы сейчас вместе посмотрим плед с помпонами. Размер 130 на 160, продается в подарочной упаковке, цвет вот такой вот, 1199, и 160 на 130. Давайте посмотрим. Оп. Без вас не открывала. Смотрите, здесь можно подписать. Конечно, то есть уже идея такого, я бы сказала, но новогоднего подарка. Ну, мне кажется, красиво будет стелить, красиво накрываться для каких-то видов фонов. Ну, мне вот нужна такая штучка. Что-то такое разнообразить. Хочется разнообразить. Подписать можно, поздравления вот написать, вверх ногами я вам показываю. И вот такой вот, давайте, самое главное, интересует обратная сторона. Но обратная сторона вот такая вот махрушечка, здесь лицо более симпатичное, более такой короткий ворс. По краю получается 4, сейчас вам соберу весь край. Вот, видите, 4 на углах и посередине 2 таких вот помпона. Вот такой довольно-таки большой. Цвет, конечно, классный. А завернуться... О, какая красота! Завернуться, конечно, красиво. Знаете, можно по-всякому использовать. Как плед, как что-то. Не знаю, даже постелить в машине. О, электризуется, конечно. Но синтетика все равно же это. Это у нас
Материал полиэстер. Не знаю, в машине можно постелить на заднем сиденье. Да все, что хотите. В детской, у детей. Большой. Ну, как большой. Для пледа, ну, нормальный. Ребенка накрыть, сама где-то накрыться. Для фонов красивый очень такой. Такой цвет красивый. Мне кажется, в следующем каталоге будет такой халатик. Да, халат такой. Вот так вот будет смотреться. Ну, цвет красивый. Люблю такие цвета вообще. О, электролизуется, скажу вам сразу. Идем к заказу из 13-го каталога, что мне еще пришло. Не разбиралась, сейчас вместе с вами буду доставать. Это у нас освежающий гель для интимной гигиены. Недавняя новиночка, прям уже по какому кругу заказывается. Следующее, это сухой шампунь из линейки HRX. Это у нас сухой шампунь для жирных волос. Очень люблю такой продукт. Следующее, в заказе здесь два мужских мыла были со скидкой. Мужчины любят вообще мыло такого цвета, вот этого голубого, пользуются они, кстати, спросом. Далее тоже новиночка из серии Феминель. Ой, такой дизайн красивый, мне кажется, первый раз его вижу. Смягчающий лосьон для интимной гигиены. Тоже все защитное. Мне кажется, вот такой лосьон можно наносить, знаете, и не только на интимные части, там, типа убирать сухость, там что-то еще там, но это можно использовать и как крем после депиляции. Почему нет? Как раз таки не только для интимных зон, но и можно для ног, pH сбалансирован, как вот этот комплекс, ну, в общем-то, вот все протестирован, гинекологами одобрен. Ну, классно. Следующее, это у нас крем для рук с арникой. Был на последней страничке в каталоге, был со скидочкой. В общем-то, крем для рук с ромашкой. Ой, какой красивый дизайн. Детская мыльца, да, такая красивенькая. Потом у нас очень красивое мыло Essence Go. Ой, мне, в общем-то, вот моя любимая прям серия, моя любимая линейка. Мне кажется, очень так вот, да, даже для подарка. Сейчас все уже будет переходить на тему подарков, на тему вот всего такого. Это очень актуально, да? Дальше. Из линейки Optimals на заказе у меня здесь CC-крем с SPF 20. Это многофункциональный CC-крем против пигментации, потому что SPF хороший, и, в общем-то, он такой адаптируется, подстраивается. Далее у меня из линейки Optimals, и это здесь... Ой, бустер для лица, не подскажу вот именно какой, по-русски что-то, бустер для лица только написано, в общем, бустер для лица в заказе. Далее, парфюмы пошли. Парфюм, значит, туалетная вода Men's Collection Dark Swood была по хорошей цене, 75 мл. Мужчин балуют такими объемами. Мне кажется, этот парфюм, все уже знают, он пользуется спросом. Женская новинка, это у нас Sensational, такой себе открыла, мне вот очень нравится. Мне вот, кстати, последние новинки, которые выходят в Oriflame из парфюмов, меня очень радует, потому что они настолько какие-то такие благородные, интересные, хорошие прям парфюмы, мне этот очень понравился. Кто-то говорит сладкий, кто-то говорит да ничего, ну, в общем, я, в общем-то, недовольна. Далее, серия Giordani Gold, и здесь две туши, силиконовая кисточка, очень люблю, и база под тушь, очень тоже люблю, поэтому заказала себе, моя там уже такая... В ходу. Мне всегда нравится, знаете, даже если тушь так себе и не очень, если вы наносите базу под тушь, даете возможность ей высохнуть и остаться на ваших ресницах, чтобы не свести, вы потом сможете любой тушью накрасить сверху, и у вас уже будет объем, удлинение. Так, дальше это у нас тушь из One Color, новиночка. Тушь бестселлер The One 5 в 1.
Следующее, что осталось самое интересное, это вот столько губных помад. И три из них из One Color, три в одном, и из серии Giordani Gold. Давайте постараюсь как-то аккуратненько открыть, и мы с вами посмотрим цвета. Смотрим губную помаду из серии Giordani Gold 306-63. Ага, вот этот вот красивый дизайн такой с шариками. Ова-на, такая яркая губная помада на фоне лица вам видно, думаю, да? Вот, но красивый такой цвет. Какой-то винный, а щелчок вообще потрясающий. Следующая губная помада 309-81. Так, вот такой вот уже флакон. И это губная помада 3 в одном с серединкой, бальзам, блеск и цвет. Красивый оттенок, смотрите. Какой красивый цвет. Такой ходовой, мне кажется. Следующий цвет 309-80. Тоже какой-то ньюд. Ньюд. Так, что-то приоткрыта немножко помада. Вот такой вот уже цвет. Более нюдовый. Вот эти помады вообще очень вкусно пахнут. Следующая помада 309-82. Это уже будет розовый цвет. Да, розовый цвет. Вот такой вот розовый. Красивый цвет розовый. Ой. Перламутровая будет помадка такая. Вот такая вот. В общем-то, да. Аромат прям распространяется, я бы вам так сказала, от этих помад. Вот весь мой заказ по этим двум каталогам. Надеюсь, для вас это видео было интересным, что-то вы для себя присмотрели. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их под этим видео, пишите комментарии. Если хотите зарегистрироваться, то загляните в инфобокс под это видео. Но спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас обнимаю очень крепко, целую. Всем вам пока-пока.